Вот как вам такая погода в июле? Очень плохо, на самом деле. Чем плохо? Ну, пасмурное, привыкли все, что к лету, обычно солнечно. С одной стороны, как бы прохладное, но с другой стороны, все-таки лето, хочется побольше солнышка. Да, очень плохо. Не очень, конечно, самое холодное. Ну, совсем холодно, так вот легко одеты. Ну, это исключение скорее. Хотелось бы потеплее, конечно. В принципе, нормально. По крайней мере, это лето намного лучше, чем, ну, если сравнивать те года. То есть то лето было холодным, позапрошлое вообще был холод. Ну, хоть в июне мы более-менее немножко позагорали, покупались и так далее. Неблагоприятно. Все время дожди и дожди. Вот молодые говорят, что наоборот хорошо, не замечают. Нет, мне, конечно, потеплее надо. Нет, я хочу лето. А осень мне не нравится. Ей не нравится. Она хочет, чтобы было тепло. Да мы привыкли. Главное, что потепление будет. Погода есть погода. Настроение человека от погоды зависит. Поэтому чем лучше погода, тем нам лучше. Ну а такая вот сейчас прохлада, как вам? Ну, наверное, для меня хорошо. Я не очень люблю жару, потому что ты не знаешь, что одеть. Когда холодно, ты можешь накинуть куртку сверху, и тебе нормально. Не хотите жары? Нет, возраст уже не тот. А как такая погода отразилась на урожае? В этом году была резкая жара, вот 2 недели стояла засуха, можно сказать. Сахар, ягоды набрали, но внутри они еще не поспели. А сейчас вот такая холодная погода, нехватка солнца, ягоды портятся, гниют, вот дождик идет и приходится собирать. Ну, плохо растет огурцы, помидоры. Залил немножко, сначала была сушь, потом жуки бросились на картошку. В основном сейчас плоховато все растет. Несмотря на то, что главнее всего погода в доме, жители ждут обнадеживающих прогнозов от синоптиков. Они обещают на следующей неделе такую же погоду. И лишь в конце июля наступит долгожданное потепление, жара. Евгений Светлый, Евгений Стародубов. Новости из Кровэкт.